На первый взгляд, это небольшая серая будка, но не стоит недооценивать ее многофункциональность. В 6 квадратных метрах укомплектована целая мини-лаборатория. Она оснащена газоаналитическим оборудованием, метеорологическим комплексом, системой жизнеобеспечения, блоком пробоотбора, газовыми хроматографами и управляющим компьютером. Экологический пост предназначен для контроля качества атмосферного воздуха на территории биологических очистных сооружений. Необходим для того, чтобы своевременно узнавать результаты, какие загрязнения атмосферы, если они вдруг появляются, принимать меры по устранению. Современная автоматизированная система собирает информацию сразу с нескольких приборов. Каждый из них предназначен для регистрации данных по определенному показателю. Такой фактор, как человеческий, здесь полностью исключен. Так как система автоматизирована, операторы и обслуживающий персонал на результат мониторинга повлиять не могут. Экологический пост оснащен метеостанцией. Прибор показывает давление, температуру, влажность воздуха, а также скорость и направление ветра на территории биологических очистных сооружений. Всего на территории Нижнекамск-Нефтехима расположено 5 экологических постов. 4 по периметру промплощадки, в санитарно-защитной зоне и один на биологических очистных сооружениях. Пост контроля атмосферного воздуха работает в автономном круглосуточном режиме. Замеры ведутся по 50 показателям. Данные в системе обновляются практически каждые 20 минут. Здесь газоанализаторы стоят, то есть непрерывных потоков. Они подключены к электричеству, снабжены кондиционированием, отоплением. То есть внутри микроклимат поддерживается всегда положительная температура, плюс 18 градусов. Контролируют данные по показателям с постов одновременно сотрудники санитарно-промышленной лаборатории, центральной диспетчерской и отдела охраны окружающей среды. Каждый руководитель может в любой момент узнать необходимые показания в онлайн-режиме. В случае даже малейшего отступления от нормы принимаются определенные меры по ликвидации отклонений. Здесь анализируются такие компоненты, как ароматические углеводороды, бензол, толуол, стирол, этанилбензол, непредельные и предельные углеводороды, аммиак, углеродооксид. В настоящее время на биологических очистных сооружениях идут активные работы по второму этапу реконструкции. После их окончания на химзагрязненных коллекторах запустят 2 новых биофильтра. Они необходимы для очистки парогазовых смесей, чтобы запах не выходил в атмосферу. Эффективность этих сооружений можно будет также отслеживать благодаря посту контроля загрязнения воздуха. В рамках экологической политики в компании «Нижнекамск-Нефтехим» помимо стационарных пунктов в ближайшее время будет внедрен передвижной пост контроля. Он позволит осуществлять мониторинг воздуха как на территории акционерного общества, так в городе и в районе. Кира Николаева, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтехим».